Специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша» представляет 5-й Всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад». Пиротехническое обеспечение. Компания «Пирокаскад». Премьер-салют. Пиров. Фейерверк-мастер. 15 августа 2015 года состоялся 5-й Всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад», который собрал более 7 тысяч зрителей. В этом году мероприятие приурочено ко дню государственного флага Российской Федерации и было открыто дневным фейерверком. Я ожидаю, чтобы все понравилось зрителям, чтобы было как можно больше эмоций. Это будет видно после каждого салюта и после последнего гранд-фейерверка. Площадка великолепная, поэтому сложности, в общем-то, не возникает. То есть технические вопросы очень быстро решаются, организационные вопросы все на высоте. То есть мы еще пока не заметили каких-то проблем. Может быть, там в дальнейшем будет что-то, но я пока не вижу этого. Отличное место, отличная организация на сегодняшний день. Это, по-моему, одна из лучших организаций фестиваля фейерверков в России. Те, кто приезжал на фейерверк-шоу на своем автомобиле, без проблем оставлял своего железного коня на заметно увеличившейся парковке до 10 тысяч мест. Для тех, кто добирался своим ходом, были организованы бесплатные автобусы от Смоленского автовокзала прямиком на базу отдыха «Ермак». На территории проведения фейерверк-шоу был построен настоящий детский городок. Десятки аттракционов для самых маленьких, аквагримеры, аниматоры, фокусники. Не забыли организаторы и о спортсменах. В рамках 5-го Всероссийского фестиваля фейерверков «Смоленский звездопад» прошли соревнования по народному жиму штанги на Кубок дяди Гриши, первенство парам рестлингу и толчку гири. Нас отлично встретили. Я заметил крайне удачную организацию буквально во всех вопросах, что касаемо размещения, что касаемо общения с участниками. Вижу, что организованы хорошие парковки, вижу, что в принципе люди подходят серьезно очень к вопросу, и это, конечно, заслуживает уважения. Подготовка проходит в штатном режиме, атмосфера очень доброжелательная, очень комфортные условия для монтажа фейерверка и для запуска тоже. В 5-м Всероссийском фестивале фейерверков «Смоленский звездопад» приняли участие 7 пиротехнических команд из городов Королев, Москва, Липецк, Симферополь, Севастополь, Челябинск и Смоленск. Приехал с супругой, с двумя детьми. Выиграл медведя. 6 из 6 выбил. Так что вот так все хорошо. Фейерверки, синхронизированные с музыкой, заставляли зрителей восторженно наблюдать за зрелищем с замиранием сердца. Ладоней для громких, бурных, а главное заслуженных аплодисментов не жалел никто. Завершающий фейерверк подготовил организатор мероприятия, специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша». Высота гранд-фейерверка достигала более 250 метров, что составляет половину высоты Останкинской башни. Это был самый мощный и высокий салют за всю историю фестиваля. Счастливые лица людей и море положительных эмоций. Вот для чего проводится это шоу. Мероприятие вообще безумное, на самом деле. Фейерверки вот так вот, просто все на 5+. Ну, конечно, порадовали наши ребята, которые вот сделали такой фейерверк, грандиозный, на самом деле, достойный финала. Можно смело сказать, 5-й Всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад» прошел успешно. Ждем вас на 6-м фестивале фейерверков «Смоленский звездопад». Заявки присылайте по адресу smoldefis@zvezdopad@bk.ru.